Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки Абими. Это что? Это Бамблби. Что это такое? Машина-трансформер? Да, типа того. А почему тут внизу блоки? Ну ладно. Покажи, как он работает. Сейчас я не могу слезть. Может, Кадиди, отключишь и уже залезешь? Ну вот, робот. Вау! Еще раз давай трансформируйся. Что? Прикольно. Давай еще раз. Это все с помощью поршней, да? Да. А он может что-нибудь делать? Ехать мы. У меня вопрос, почему тут внизу так блоки и колеса земли не касаются? Оно не очень вмещается в середине. Это типа в середине такой огроменный блок, из которого вылазят все руки, ноги и туловище. А ты сам это придумал или на ютубе нашел? Я сам это придумал. А как долго ты застроил? 2 дня примерно. Мне очень бесили эти двери, они очень сложные. Смотря на каких-то механизмов. Оно на вот этих вот... Там очень было сложно поставить вот эти вот блоки на пимпочки эти. Оно постоянно что-то было не так. Я вскоре ему к рукам приделаю пушки, и он будет стрелять еще. Ладно, давай посмотрим следующую постройку. Следующая постройка – это звездный самолет. Из «Звездных войнов», что ли? Да. У него есть турборежим, из-за которого он просто улетает в космос. А, я вижу, тут ускорителей много. Фиксация включать? А, надо воду включать. Турборежим надо на «Т» нажать. «Т». «Т». Так, тут есть «Ф», «Т», а что такое «Г»? Это пушки. А ты... еще есть R. А это гарпун, да? На ты. Я понял. О, куда это мы? Там около 10 этих турбо... Ты прицепился. Угу, вижу. Сейчас я его себя прицепляю. Я его относительно недавно построил. Так, сейчас попробую турборежим крутить. О, так быстро! Что-то мы застряли. Может, ты поуправляешь? Давай где-то стань. Или привяжись этим канатом. Нет! Куда? Дай ты будешь управлять. Если ним научиться управлять, то можно за секунду дойти до самого конца. Сейчас повыше вылечу. Погнали. Ну давай попробуем до конца долететь. А почему ты так останавливаешься иногда? Супер скорость. Ты видишь, где Ам? Ой, нас сундук съел. У меня есть еще такая вот ракета. Давай посмотрим. А почему лестница такая большая? Здесь тут поднимать еще можно. А тут еще есть лифт. Так надо было лифтом пользоваться. А почему все из обсидиана? Ой, меня лифт выбросил. Давай поставим стульчики. Так тоже сможем. Не падай. В самом конце прям меня лифт выбросил. Ладно, сейчас я иду уже. По лестнице. Это портал в ракету. Возьми джетпак. Здесь пусто. Джетпак. А что тут делать? А там, типа, тут сюда
бензин, типа, заливать. Комнату. А куда идти нужно? Чтобы в ракету попасть? А, вон наверх. Ты пока что заходи. Ой. Да. А, зайди, сейчас происходит? Я открою все. С лифтом еще что-то. Короче, лифт сам сломался. Еще какая-то кнопка. Красная кнопка. Я не могу залезть. Ну это красная кнопка, ничего не делает. Ну прикольно. Давай, я сажусь. А, стой, стой, стой. А я? Меня тоже посадить надо. Сейчас. Сейчас, подожди. На землю. Ай, что со мной здесь происходит? А. Все, полетели в космос. Ну так, ракета еще, она может отцеплять вот эти вот красные штуки. Понятно. Сейчас. А ракета так медленно летает? Ускоритель нет. Есть или она так летает? Нет. А, вот. Давай массу отключай. Сейчас я вспомню, на какую кнопку или нет. А что, они не отцепились? Вот, они отсоединились. У нас антигравитация. С такой же скоростью, как и мы. Теперь это ракета, и мы летим на Луну. А где Луна? А вон, я вижу. А мы до нее сможем долететь? Надеюсь. Да, давай подождем. Ну, здесь так просто... все мигает, как будто мы сейчас упадем. У меня вопрос, мы куда летим, вверх или вниз? А, я не знаю. Давай, на Луну. Как долго еще это будет? А вниз туда что? Да. Мы хотя бы вернуться сможем? Говорю же, одноразовые ракеты и одноразовые пилоты. Одноразовые пилоты? Да. Ну вот заранее сказать, я бы сюда не залез. Поздно. Мы долго будем падать. Ой, я выпрыгнул оттуда. Стой, наверх лети, наверх, я к тебе падаю. Я не могу. Повыше лети. Стой, я у ракеты, я у ракеты, стой там. Вон ты. Я падаю. Это типа из Among Us самая последняя карта большая. А, что-то она какая-то не очень большая. Это уменьшенная копия. Садись там сзади. О, тут есть ракеты, ускорители. А внутри она не такая, да? Как там. Стекло было сложно сделать. Ну да, я вижу, очень постарался. А двери можно закрыть? Нет. О, ну ладно. Это чтобы вызывать плохих пассажиров. Например, давай полетели тебе. Куда-нибудь. Сейчас. Он тоже, да, в космос улетает? Ну это, типа, воздушный корабль. Видишь, пропеллеры крутятся? Типа, да, вижу. Они крутятся. Не крутятся, крутятся. Куда это мы? О. В космос или сюда? Давай в космос. Хрен, хотя нет, давай. Уже поздно. Возвращаемся. Ой, что это с нами? А что если прыгнуть внутри ракеты? Попробуем. А это недостроенный робот мой. Где? Сверху? А это что? А это еще один робот. Тоже недостроенный. Но мне уже надо идти. Ладно. Да, пока.